Пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастание земли». Многосерийный фильм повествует о том, какие следы разрушенных городов сохранили пустыни Израиля, Иордании, Палестины и дно Мертвого моря. Режиссер фильма Павел Астахов отправился туда, чтобы изучить все научные и археологические версии одного из самых страшных библейских катаклизмов. Это была уникальная экспедиция, потому что мы даже погружались на дно Мертвого моря. То есть это, наверное, отчаянный был такой жест и шаг, потому что вот мне, чтобы погрузиться, мне пришлось повесить на себя 108 килограмм. Ощущения такие не очень хорошие, потому что это, во-первых, очень агрессивная среда, это такая кислота соленая, страшная. Вот. Но это было интересно. На премьеру фильма пришли куряне разных возрастов, ведь картина помогает переосмыслить традиционные вопросы, которые люди задают сами себе. Составляющая религии, составляющая истории религии для нас крайне важна. Плюс молодые люди сегодня в этом фильме увидят именно ту наработку, которую Павел Алексеевич вместе с коллегами с канала «Бесогон» Никита Сергеевича Михалкова подобрали в разных частях света мнение людей об истории христианства и той параллели, которая происходит сегодня в геополитическом мире. Также Павел Астахов презентовал в Курске патриотическую кинокартину «С чего начинается Родина», съемки которой проходили в зоне СВО. Анастасия Давыдова, Анастасия Черкова. События дня.